С первыми весенними деньками в рабочем квартале Киото расцветала многолетняя вишня. В ее тени каждое утро открывала свои двери лавка мастера Тансю, известного в городе как поэта, чьи стихи исполняли желания. Свои мечты к мастеру несли местные торговцы, зажиточные горожане, целители и даже представители монаршей семьи. Для каждого Тансю сочинял небольшие четверостишья, что вскоре обращались в события, в корне меняющие жизнь. Разумеется, очень скоро это искусство сделало мастера Тансю популярней самого императора, а его лавку священнее, чем храм. Работал Тансю в особой технике, секреты которой никому не раскрывал. Своих клиентов он просил принести с собой кусочек рисовой бумаги и небольшой талисман, что-то ценное, что просящий мог бы пожертвовать ради исполнения своего желания. После мастер общался с гостем, задавал ему особые вопросы, краем глаза пытался заглянуть в душу, ведь именно там рождаются истинные мечты, а не в тех словах, что люди носят на своих устах. Затем он садился за свой рабочий стол и писал. Самих стихов Тансю никому не показывал. Его рифмы жили всего мгновения. Все потому, что мастер был убежден, если о тайном желании сердца будет известно всем, оно не сбудется. Этой весной Мизуми исполнилось 16 лет. В этом возрасте девушки из общины Ханамати уже становятся майко, гейшами-ученицами. Им разрешают надевать красивые кимоно, делать традиционную прическу и макияж, а главное – выходить в свет. Но для Мизуми все было иначе. Глава Окия, в котором она жила, не планировала воспитывать в Мизуми гейшу. С самого детства ей была отведена роль служанки из-за недуга, что оставил след на ее юном лице. Пряча его под маской, Мизуми помогала по дому, штопала одежду, разносила еду и настраивала струны на семясене, пока ее сводные сестры учились искусству светских развлечений. Больше всего на свете Мизуми хотела стать гейшей. По вечерам в своей каморке она училась танцевать, повторяла движения, которые видела во время тренировок других девушек, перебирала струны семясена, пока настраивала его, а еще упражнялась с веером, единственным сокровищем, которым обладала. С ним 10 лет назад она прибыла в этот Окия и с тех пор прятала его, чтобы никто не отобрал. Время оставило на этой вещице свой отпечаток. В некоторых местах тонкий шелк истрепался, краска облупилась с деревянной ручки, но истинного шарма веер так и не утратил. Как и Мизуми, что все эти годы хранила свою мечту. О мастере Хансю Мизуми услышала от старшей сестры. Во время обеда та рассказала, что один из ее клиентов увеличил свое состояние втрое после одного обращения к мастеру. Мизуми очень хотелось узнать, где найти этого мастера, но спросить сестру она не решилась. На счастье Мизуми, та вскоре озвучила местоположение Хансю, а также рассказала, что всем желающим с собой необходимо иметь талисман – ценную вещь, которую придется отдать в жертву. Вечером Мизуми тайно покинула Окия, взяв с собой единственную ценную вещь, которой могла бы пожертвовать – старый веер. Она направилась к многолетней вишне, что цвела рядом с лавкой мастера, в надежде, что тот примет ее и поможет получить желаемое – стать гейшей. Вход в лавку был настолько непримечательным, что если бы Мизуми не знала, что здесь работает волшебник, то непременно прошла бы мимо. Однако что-то пленительное исходило от этого места. Казалось, лавка обладала некой силой, что словно магнит притягивала к себе тех, в чем сердце
томилось желание. Внутри лавка мастера представляла собой небольшую, но светлую комнату. Минимум мебели, декора и идеальный порядок выдавали в хозяине скромного, но глубокого человека. В центре стоял большой шкаф с пергаментом, кистями и склянками, напротив него письменный стол, а в углу высокая печь, в которой слабо горело пламя. Пахло чернилами. «Зачем ко мне пожаловала столь юная особа?» — спросил Тансю, выйдя навстречу Мизуми. «Я слышала, что вы можете исполнить желание», — сказала Мизуми, не поднимая головы. «Могу», — мягко ответил мастер. «Мне бы очень сильно хотелось», — начала была Мизуми, но мастер прервал ее. «Подними голову, дитя». Мизуми засмущалась, но выполнила просьбу хозяина. Мастер внимательно посмотрел на ее маску, а затем заглянул в глаза, что скрывались за ней. От этого взгляда Мизуми невольно вздрогнула. Уже очень давно никто не смотрел на нее с таким интересом. «Итак, чего бы тебе очень сильно хотелось?» — спросил мастер после небольшой паузы. «Стать гейшей», — прошептала Мизуми. «Гейшей?» — удивился мастер. «Да, в моем возрасте девушки уже становятся майко, и мне бы тоже хотелось», — говорила она. «А что тебе мешает?» — уточнил мастер. «Это!» — Мизуми указала на маску, что покрывало ее лицо. «Маска? Так сними ее!» — предложил мастер. «Не могу. Тогда все увидят мое лицо. Гейша не может быть с таким лицом!» Мизуми снова смутилась и опустила голову вниз. «Насколько я знаю, гейши всегда носят маски. Их белила, тушь и кармин на губах — та же маска, скрывающая истинное лицо». Слова мастера заинтриговали Мизуми. Она медленно подняла голову и снова уставилась на него. «Но эти лица без изъянов. Матушка говорит, что с таким лицом, как у меня, нельзя стать гейшей». Мизуми позволила себе возразить мастеру. «То есть ты хочешь новое лицо? Без изъянов?» — уточнил он. «Да», — тихо ответила она. Мастер глубоко вздохнул. «Ну что, давай работать? Мне нужен кусок рисовой бумаги. Ты принесла его?» — спросил мастер. «Принесла. И веер тоже», — ответила Мизуми. «А веер зачем?» — удивился мастер. «Ну как же, это мой талисман. Единственное, что у меня есть», — ответила она с тревогой. «Ах, талисман! В этот раз он не понадобится». Мастер взял кусок рисовой бумаги из рук Мизуми и направился к письменному столу. Девушка напряглась. На мгновение ей показалось, что Тансю хочет ее обмануть. Но все было совсем иначе. «Я возьму это в качестве талисмана». Вернувшись, мастер указал на маску, что носила Мизуми, и попросил отдать ее. Дрожащими руками Мизуми сняла ее и, снова опустив голову, протянула мастеру. «Не тревожься, когда я закончу, она тебе не понадобится», — успокоил ее мастер и приступил к работе. Мизуми ждала чуда. Пока Тансю копошился в своем шкафу, она представляла, какой будет ее жизнь, когда он закончит. Мастер же достал из шкафа небольшой котел, положил в него маску Мизуми, а затем отправил в печь. Мизуми с удивлением наблюдала за этим странным процессом. Ей стало ясно, что от жара печи маска расплавилась и превратилась в жидкость. В эту жидкость мастер добавил золы, а после мешал, нашептывая какие-то слова. Готовую черную смесь он перелил в склянку и показал Мизуми. «Что это?» — спросила она. «Чернила», — ответил мастер, поднес склянку к носу и глубоко вздохнул. Мизуми тоже почувствовала этот едкий запах. Немного свежий, немного горький, немного волшебный. Вскоре Тансю вернулся за свой письменный стол, окунул кисть в свежесваренные чернила и принялся писать стихотворение, которое должно было навсегда изменить жизнь юной Мизуми.
плавится нежность, сладким соком стекая, губы, как вишня. Приоткрывая тело яркую снежность, все время снишься. Твой бабочке поцелуй, сердце так тешил. Вновь ты меня колдуй, милая гейша. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, вдохновленный запахом чернил и сном нашей слушательницы Марины Муравьевой. Открою вам секрет. Сочиняя рассказы для этого сезона, я не просто так использовала в сюжете особые ароматы. Мне стало интересно, сможете ли вы, дорогие слушатели, почувствовать их во время сна. Совсем недавно я узнала, что запахи тоже могут сниться. Если с вами когда-либо происходило подобное, то вы – альфакторный сновидец. Как, впрочем, и я. Об этом уникальном феномене мне рассказали ребята из Нейда. Это парфюмерный бренд, который создает композиции на основе альфакторных сновидений. Парфюмеры бренда собирают истории реальных людей, а затем превращают их в парфюм. Мне стало интересно, какой аромат мог бы получиться на основе моих собственных снов. Поэтому я отправила Нейду свою историю. Сделать это можете и вы. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку, по которой можно поделиться с брендом своим опытом. Кто знает, может быть, именно ваш сон в скором времени станет парфюмерной композицией. А еще стихотворение, которое я использовала в этом рассказе, принадлежит Кицуне Мията. До новых встреч и ароматных снов!